Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Си Нанда Нанда Нанг Банде Радхика Чаранам Дайам Гопи Жану Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванша Калпатару Ашаке Пасинду Бхавача Патитананг Павуне Бхавишнаве Бхё Наму Намахе Мукам Кароти Вачалам Пангум Лам Хайтагирим Ятки Патамаханг Банде Парамананда Мадхавам Бриндавай Тулсидев Бхай Пиявай Кесава Сача Кришна Бхакти Паде Деви Сатва Баттвайхи Намо Намаха Нараяна Намаскритта Нарам Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катху Падеша Гаурия Патрашва Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамадакша Джагодарна Дейям Сада Парибхабхагнам Авишта Духам Тиртас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витатихам Панутапалли Бхабаддипутам Банде Махапурусати Чарунаравиндам Ятпада паллавана качанда мани чатая Бишпуриджита гамапигабаду швадарш Куруна нурагара сасагара сара мурти Сарадика мои када кипам Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Шри Адвайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе Харе Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanaka bodhatum Sankirtanai kavitaru kamala yataksho Bhisham varu dijavaru jugadharma palo Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Пади Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктин Ча Муктин Ча Тада Самитвам Бхавани Рупе Насада Нарана Ганга Таранга Раманиа Джата Калапам Гаури нирантара бигуши тавам бхагам Нараяно прияманго мада пхарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Ваги сажуша бадане Лакшмир жаша ча бхакшаши Ястясте хидай самбит Твам Нисингамахам Бхаджи Харе Кришна Кришна
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nidraya Hriyata Niktam, Vaibhaye Na Chavavayo, Diva cha arte haya rajan kutumba harane nava nidraya hriyate naktam vyabaye na chavavayo diva cha arte haya rajan kutumba harane nava Gauriya Goshtipati Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати. Гауриа Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джаган Гуру сказал, единственная наша обязанность совершать Хари Бхаджан. Других обязанностей у нас нет. Гауриа Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Saraswati Goswami Jagat Prabhupada Paramahamsa Jagat Guru said that our only duty is to do Hari Bhajan. If we are not going to do Hari Bhajan, если мы не будем совершать Хари Бхаджан, мы станем либо майявади, либо материалистами. Майявади or so-called карми we can become. Так называемыми карми. And so-called корми. Корми people, they are busy with their karma, all their fruitive activities. Материалисты сосредоточены на своей карме, на плодах своей деятельности. В действительности весь мир занят этим. Everybody, they are busy with fruitive activities. They need some remuneration, some result. Они делают что-то и ожидают вознаграждение за свое действие, за поступок. Но, как я говорил вчера, все, что мы должны делать, исполнять свои обязанности, но не просить о результатах, не думать о результатах. Наша единственная обязанность — совершать Хари Бхаджан. Прабхупад много раз говорил, что естественная функция души — это бхакти. Outside people, they are watching that Gauriya Math not doing any social activities. Baba speaking, that outside Прабхупад говорит, что люди watching that where Gauriya Math not doing any social activities, what they are doing? Считают, что Гаудия Мат не совершает никакой социальной деятельности, не занимается благотворительностью, а в то время как другие общества распространяют одежду, устраивают бесплатное распространение пищи, food for life, раздает продукты беднякам. Так чем же занимается Гаудия Матх? Прабхупад говорит, что все в действительности заняты служением телу. И совершенно не понимают, что есть атма. Но им придется сделать это, им придется понять рано или поздно. Но в настоящий момент они настолько материалистичны, что не хотят слышать даже об атме, о душе. Люди постоянно сконцентрированы на эгоизме. И
и на бескорыстие, то есть на эгоизме, на его отсутствие. They are not going to think anything about anybody. They are very selfish, self-interest. So selfish means this. Эгоист — это тот, кто думает лишь о себе, не думает о других. They are more, their heart is very broad-minded people there. They are broad-minded people, so they are no selfishness. They are very good. Но есть и те, кто стремятся к бескорыстию, то есть избавиться от эгоизма. И такие люди ценятся в обществе. Но в действительности под их лозунгом бескорыстия стоит точно такая же эгоистичная, корыстная деятельность. Backside that banner, there is a naked dance of selfishness. More and more selfishness, so selfishness, cruelty, selfishness, everything going on. But nobody can understand. Под этим лозунгом совершается даже преступная деятельность, но никто не знает об этом. Но в то время как Гаудия Матх все критикуют. Что за то, что он не занимается, якобы не занимается благотворительностью. Существует также понятие парартха-парата. И большинство людей не знает о нем. Даже большинство из тех, кто совершает баджан, поскольку они сосредоточены на первых двух терминах, то есть имеется шадда парата, корыстная деятельность, и нишанта парата, отсутствие корысти, отсутствие эгоизма. Но о третьем вот этом понятии парартха-парата мало кто знает. Это именно то, чем занимаются вайшнавы. Парартха-парата — это действие, направленное на благо атмы. Мы знаем, что шартха означает эгоистичный. В слове шартха парата сокрыто понятие саартха парата, то есть эгоизм. То есть переводится как... То есть каждый материалист знает, что такое корысть, эгоизм. Если углубиться в значение этого слова, то мы увидим, что из него происходит сарартха парата. Если разобрать это слово, то получится интересы атмы. Благо атмы. Но люди воспринимают это слово как указание на материальное тело, то есть са. Са означает материальное тело. Но Махапрабху дал более глубокое понятие, которое является истинным. Са означает атма. Таким образом, тут заключается, что необходимо сосредоточиться на благе атмы. Но поскольку мы этого не делаем, мы обмануты, обмануты майей. Прабхупад много раз говорил, что нет у нас других обязанностей.
Nayam Rinicharaya. Sarvat Manaja Saranam Saranyam Gato Mukundam Parihita Karta. Devarsi Bhutatmanina Pitrina Nayam Rini Charajan. Hey Rajan, if you are doing Krishna Bhajan, O Rajan, если ты совершаешь Кришна Бхаджан, Хари Бхаджан, тебе не нужно больше ничем заниматься. Но тебе кажется, что у тебя полно других обязанностей, что якобы ты живешь в обществе, и поэтому у тебя есть обязанности перед ним, что поскольку ты семьянин, ты имеешь обязанности по отношению к членам своей семьи. Если ты живешь в определенной стране, то имеешь обязанности перед гражданами этой страны. Но, как правило, но ты забываешь о настоящих своих обязанностях. Нараджи Махарадж говорит, я никому ничего не должен. Хотя, если кто-то рождается в материальном мире, то есть если человек принимает рождение в этом мире, это не касается животных, потому что они ведомы своими природными инстинктами. Когда рождается человек, вместе с человеческим телом он получает и обязанности. Прежде всего, вы являетесь должником Риши и Муни. То есть человек имеет долг перед ними. Должник своих предков, то есть имеется в виду у рожденного, есть долг перед своими предками, долг перед полубогами. Итак, Риши, Деварин, Питририн и Путрарин. Путра, под понятием Путра подразумевается джива этого мира, и у нас есть обязанности перед всеми ними. Таким образом, четыре обязанности, которые мы должны исполнять, как только, то есть они возлагаются на нас, как только мы приняли рождение в этом мире. А если мы не воздадим эти долги, то нам придется получить наказание. Those Rishi Munis, they after long deliberation have given immense treasure of knowledge regarding absolute truth they are giving. They are going to help us to realize in Upanishad I already told maybe one before that in Upanishad it is written Uttishtata Jagrato Prappu Varano Nivodhat. В Панишадах говорится, почему вы спите? Просыпайтесь. Вас ждет особое благо, а вы слепы, не принимайте его. Почему? Почему бы вам его не взять, не принять? Постарайтесь возвысить свое сознание. Но сейчас вы
будто бы в спящем состоянии забыли о своих настоящих интересах, не о телесных интересах, но о интересах атмы, о благе атмы. Вы живете, не осознавая серьезности своего существования, будто бы шутите. Но не осознаете, что вы идете по тонкому лезвию ножа. Примите благо, которое ждет вас. Риши, Муни, мудрецы предлагают сделать вам это. Что вам делать здесь, в этом материальном мире? Нам кажется, что у нас полно различных обязанностей. На самом деле их нет. Примите благо и возвышайте свое сознание. Достигните трансцендентного уровня. Но по своей глупости мы не способны даже выйти из-под влияния материальной природы. Несмотря на то, что Муни и Риши дают нам великое благо, мы не способны, не хотим принять его. Как же нам отблагодарить Риши и Муни? Как нам отплатить им? Мы должны не только принять то, что они дают нам, но и осознать, а затем распространять, передавать другим людям. Именно поэтому обязанностью нас, как Гаудия преданных, в особенности Сарасват Гаудия Матх преданных, является забота о интересах других. Прабхупад говорит, наша проповедь является разновидностью баджана. Есть те, кто думает, что это просто пустая трата времени. Да, соглашается Прабхупад. Это действительно так, но это так лишь для этих обусловленных душ, которые заявляют это. Потому что если проповедует обусловленная душа, это действительно пустая трата денег, времени, усилий. И в то же время своей проповедью они привлекают дурные результаты, дурные последствия своей проповеди в свою жизнь и в жизни слушателей. Не каждый может проповедовать. Прежде необходимо установиться в ачаране, самому начать в точности следовать всем наставлениям, и затем мы можем распространять их, делиться ими с другими людьми. Итак, принять, осознать самим, а затем передать другим. Так мы сможем отплатить Риши и Муни. Как же мы можем отплатить Прабхупаде, прикладывая свои усилия в Харикатхе под его руководством? Да, наши попытки, возможно, будут детскими. Но почему бы нам не попробовать? Отец оставил мне огромное наследство, и я не могу отплатить ему, но я хотя бы постараюсь как-то что-то сделать для него. И точно так же я знаю, что я никогда не смогу отплатить Прабхупаде за то, что он дал мне.
Однако я могу стараться сделать что-то, что порадует его, и за что он сможет благословить меня. Я буду вновь и вновь повторять слова Прабхупады другим, и Прабхупад будет доволен этим. И хотя я знаю, что никогда не смогу отплатить всей нашей Гуру Варге, ни Рупе, ни Саната, ни Инджио, я с вами. Но я все же должен пытаться сделать это. Чтобы они видели, что я искренне стараюсь. Чтобы они видели, как стараюсь я и помогаю другим. В Гите Бхагаван сказал, полубоги помогают нам разными способами. Ветер посылает нам свежий воздух, Бог дождя, Бог воды посылает дождь, Индра посылает дождь, Варуна дает питьевую воду, Сурья дарует нам солнечный свет. Таким образом, они делают возможной жизнь в этом мире. Поэтому мы должны как-то благодарить их за это, платить им за это при помощи яги. Это возможно сделать при помощи яги. Наши предки, которые покинули этот мир, должны получить... В их честь должен быть определенный... В их честь должен быть совершен определенный обряд. И, допустим, если у кого-то в роду нет сыновей, только дочери, как правило, дочери после того, как они выходят замуж, покидают отчий дом, а сын остается. И если сын не родился, то никто не сможет провести этот обряд по усопшему. Существует даже обряд, при помощи которого рождается именно мальчик. Карбадхан, самскара. То есть существует целый процесс, как родить благочестивого, ну, то есть зачать благочестивого ребенка. Целый процесс, и никто не знает об этом. В наши дни все думают, что это что-то несерьезное. И если вы, у вас родится сын, который позаботится о вашей жене и сможет провести обряд после того, как вы покинете этот мир, ваша душа будет спасена. Итак, в определенный день нужно совершать этот обряд по усопшим родственникам и тем самым воздавать им свой долг. Бутаринг, то есть кормить животных. Допустим, у вас остался прасад, дайте его собаке.
Есть те, кто кормят муравьев сахаром, птиц зерном. Во Вриндаване часто кормят враджавас, то есть животных, которые живут во Вриндаване. То есть мы обязаны приносить какое-то благо всем живым существам. Итак, это ведическая культура, говорит Нарада. Но если вы поклоняетесь Кришне, то вас не должны волновать все эти обязанности. Потому что при помощи Кришна-бхаджана возмещаются все ваши долги. Благодаря Кришна-бхаджану вы освобождаетесь от всех долгов. Вспомните, Нараджи Махарадж говорит, если вы станете поливать корень дерева, все оно будет получать питание. Не нужно поливать каждый лист дерева. Нужно просто полить его корни. То же самое, то есть именно об этом и говорит Нарада Махарадж. Как я говорил вчера, Кришна является корнем бесчисленных миров. То есть весь мир берет свое начало в Кришне. Поэтому мы должны служить Кришне. Если мы не будем этого делать, то нам придется исполнять много разных обязанностей. Когда Нанда Махарадж решил совершать поклонение Индре Махараджу, Бхагаван Шри Кришна и Баларам стали отговаривать его делать это. В действительности мы сами ответственны за свою удачу. Нам некого обвинять в своих неудачах. То есть Бхагаван дал нам путь, при помощи которого мы сможем принести своей душе высшее благо. И если я не иду по нему, если я не следую заповедям Господа, мне некого винить в этом. Бхагаван совершенно не интересна ни благочестивая деятельность, ни греховная. Мы просто, совершая такую деятельность, идем по пути кармы, накапливаем различную карму.
И Бхагаван убеждает отца. То есть Кришна говорит на Дабабе, кто такой Индра? Если кто-то есть, если есть возвышенное, то есть кто самый возвышенный в этом мире, это Верховный Господь. Кто? Разве Индра может изменить вашу судьбу? Нет. Потому что сам Бхагаван дает карму человеку. Не Индра управляет ей. То есть карма, плоды кармы полностью находятся в руках Кришны. Плоды кармы в моих руках, говорит Господь, поэтому вам не о чем переживать. Кришна говорит, кто такой Индра? Если вы хотите совершить поклонение, совершите его Гирирадж Махараджу. Он, в форме, приняв форму холма, способствует накоплению дождевых облаков, благодаря которым мы, благодаря которым идут дожди, и мы можем выращивать траву и злаки, и нам есть чем кормить коров. Таким образом, поклонение Гирираджу более практично. Кришна, конечно же, не сказал, что я есть сам Гирирадж. А в действительности это правда. Гирирадж не отличен от Кришны. Но Кришна не говорит об этом. Он говорит, что если уж поклоняться, то поклоняться Гирирадж Махараджу. It is not new. Many times Indra become angry. Not Indra. Oh, it is not new. Indra become angry. Bhagavan going to collect one and a parijat flower from heaven. Из-за того, что Нанда Баба стал совершать поклонение Гирирадж Махараджу, а не ему, Индра очень разгневался. Bhagavan like to take parijat bikro, one bikro, special flower, parijat, in heaven. I can take it in. Как правило, полубоги склонны поклоняться Бхагавану. Но это еще не значит, что они чистые преданные. Иногда полубоги даже приходят предложить поклоны нашей Гуру Варге, Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджу, Шрила Сидхар Госвами Махараджу, Вамшидас Бабаджи Госвами Махараджу. Однажды Вамшидас Бабаджи Махарадж пошел получить даршан Вишванатха. В то время он был в преклонном возрасте и ходил очень медленно. Конечно, он не резервировал гостиницу, просто с одними четками шел, пришел в Каши и расположился на берегу Ганги. Is making one unstable bhajan kutir.
построил бхаджан-кутир на несколько дней при помощи бамбуковых палок, тростей. В то время в Индии правили англичане. Они увидели, что издалека увидели, что ночью с того места исходит какое-то сияние. Они на утро пришли туда и увидели, что там ничего нет, кроме маленького бхаджан-кутира Бабы. Они спросили у него, откуда свет. Он не мог говорить по-английски. Но на самом деле этот свет, откуда был этот свет? Сама Аннапурна Дурга пришла к Бабаджи Махараджу, чтобы получить его даршан. А английские офицеры за много километров увидели это сияние и пошли узнать, в чем дело. И точно, то есть подобный случай был с Шрилой Бхактивинода Пури Госвами Махараджа. Он мне сказал, смотри, какой свет, посмотри, что там за окном, такой свет. Я смотрел, но не видел. Но за окном, это был второй или третий этаж, там никто не мог стоять. Но это был кто-то из полубогов, кто-то, кто пришел получить даршан Шрилы Гуру Махараджа. К Шишидар Госвами Махараджа приходили полубоги. То есть полубоги приходят к вайшнавам, чтобы получить очищение. Итак, даже Индра, Варуна гневаются. Бхагаван говорит, в соответствии с плодами своей кармы они родились как полубоги. Но так или иначе, они просто пожинают плоды своей кармы. Поскольку это были хорошие плоды, они приняли рождение на райских планетах. Но это еще не означает, что все проблемы, все их материальные проблемы решены, что они избавились от материального существования. Нет. Многие полубоги хотят родиться на этой планете век Кали, поскольку именно в этот век приходит Гауранга Махапрабху. То есть они хотят родиться в наше время. Они молятся Господу, пожалуйста, сделай так, чтобы мы родились в Бхарате, и чтобы мы совершали нама санкиртану Бхагавану. Кришна говорит Арджуне. То есть такой цикл происходит постоянно. Порой живое существо поднимается на райские планеты, порой падает до адских. Раньше была такая игра, которая напоминает колесо самсары. Колесо самсары постоянно вращается, и нет
возможности живого существа самому по себе выйти из него. Кто будет следующим Индрой? Кто займет его пост? Бали Махарадж. Наш Бали Махарадж будет следующим Индрой. В соответствии с плодами своей кармы, Джива принимает тело Гандхарвы, полубога. На разных локах рождаются Дживы, но, конечно же, это не решает проблему ее мирского существования. Бессмысленно ждать плоды манго от пальмы. То есть дерево дает плоды, которые она может дать. Если дживатма входит в лоно матери, то есть она соединяется с материальной природой, с пракрити. Постарайтесь понять. Вы с почтением относитесь к матери, потому что она даровала вам жизнь. Но кто же дал, кто дал рождение вашей матери, кто родил вашу мать? Другая мать. Кто ту родил? Другая мать. И так, если мы будем наблюдать всю родословную нашу, мы увидим, что Дурга стала прародительницей всех матерей. Итак, мы произносим эту мантру для того, чтобы умилостивить Дурга Деви. Изначально этот стих направлен Говинде, но Дурга там также присутствует. На Дурга-пуджу очень много различных мантр декламируют. «О, Дурга-ма, будь довольна мной, будь милостив ко мне». Итак, если есть ребенок, есть и мать. Но если обернуться назад, то мы обнаружим, что изначальная мать — это Дурга-деви. Но в действительности, говорит Бхагаван, «Я мать». То есть, если мы пойдем еще дальше, то увидим, что это сам Бхагаван. Ты моя мать, ты мой отец, ты мое богатство, ты мое все. Ты Ишвара. Итак, Бхагаван Шри Кришна хотел объяснить эту идею Удаве. Хотя он является возвышенным преданным, он впал в замешательство, услышав разнообразные наставления Кришны.
Jivanti Loma Vilaja Yogadandanatha Vishnur Mahan Yog Jasu Kala Vishesho Govindamadi Purusham Tamam Bhajan. All originally Bhagavan. Mahavishnu. Каждая дживатма берет свое начало в действительности от Бхагавана. То есть он изначально причина всех живых существ. Когда творение сворачивается, постарайтесь понять процесс сотворения этого мира. Вначале существует Пракрити и подобно лотосу, который постепенно раскрывается и материальный мир, ну, то есть творение. Материальное творение. И как происходит, одна причина порождает следующую причину, одна причина — другую причину. То есть все это поэтапно, как... Но в конце концов Бхагаван все творение поглощает в себя. То есть первая причина второй причины, вторая, третья, четвертая. И точно так же этот мир закрывается, как бутон лотоса. То есть, и так творение прекращает свое существование. Но когда Бхагаван... У Бхагавана появляется желание вновь совершать творение, мир вновь начинает существовать. И что поразительно, несмотря на то, что материальный мир входит в Бхагавана, он не прикасается к нему. Все равно, что газ, который летает в воздухе. Когда сатва-раджа тамагуна находится в нейтральной позиции, находится в балансе, творение еще не существует. Но когда Бхагаван бросает свой взгляд на материю, она начинает свое движение, и постепенно она разлетается, то есть начинает действовать. Я изначально причина этого творения, говорит Бхагаван. Однако каждая дживатма, каждое дерево берет свое начало из семечка. Вот представьте, баньяновое дерево. Есть баньяновые деревья, которым по 4000 лет даже. И они достигают огромнейших, колоссальных размеров. И нам сложно представить, но в действительности это дерево выросло из маленькой семечки. Если почва подходящая,
птичка испражняется, и то есть таким образом переносит это семечко, и оно прорастает, если почва действительно плодотворная, и спустя огромное количество лет мы имеем такой большой баньян. Нам это как бы сложно понять этот процесс, насколько такое возможно. И как я уже рассказывал, на дереве материальное творение, то есть на дереве сидят две птицы, параматма и дживатма. Я не стану сегодня это повторять. Дживатма всегда стремится к наслаждениям. Она пожинает плохие и хорошие результаты своей деятельности. А параматма — ее закадычный друг. Просто, они не просто хорошие друзья, то есть, но параматма — вечный ее друг. Голод, жажда, гнев, вожделение относится к шукшма-шарир, то есть относится к материальному телу и никак не взаимодействует с чистой атмой. Атма не гневается, атма не испытывает голод, жажду. Атма покрыта, покрыта майей. И из-за этого мы чувствуем себя голодными, испытываем жажду, злость, гнев. Но всего этого в действительности не существует, то есть оно не имеет соприкосновения с атмой. Несмотря на то, что атма абсолютно что бы вы ни испытывали, вы испытываете это под влиянием сатва раджа тамагуна. Испытываете жажду, голод, каму. Все это под влиянием тригун материальной природы. Вспомните слова Кунти Деви. Она говорит о марионетках, которые танцуют в соответствии с движениями кукловода. Точно так же и танцует живое существо под дудочку Майи. Как вчера я говорил, поклоняясь возвышенной личности, которая является источником знания Бхагаван, дает нам возможность пробудиться, выйти из-под влияния майя. То есть через гуру вайшнавов они дают нам такую возможность. Он посылает сюда своих представителей, татвавид вайшнавов, и поклоняясь им, поклоняясь подлинному гуру, мы сможем выйти из-под влияния майя. Это в действительности не так уж и сложно. И живое существо вполне способно на это, но для этого нужно избавиться от лицемерия. Если вы отбросите лицемерие и искренне придете к нему, к Гуру Падападме, к возвышенному преданному, по своей беспричинной милости,
После того, как вы предадите все лотосным стопам и попросите его спасти вас, он сможет легко избавить вас от вашей обусловленности. И другого пути не существует. То есть при помощи гьяны мы должны избавиться от невежества. И гьяну сравнивают с топором, но то есть при помощи этого топора мы можем вырубить, срубить дерево, которое, то есть корни, которые глубоко вросли в материальный мир, в землю материального мира. После того, как вы сделаете это, вам необходимо избавиться от топора. Если не сделаете этого, то у вас появится ложное эго, и вы станете считать себя большим знатоком. Возгордитесь так, что станете пренебрегать такими великими вайшнавами, как Шрила Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж, который внешне, казалось бы, не был образованным. На самом деле, пока вы не выйдете из-под влияния майи, вы не сможете совершать настоящее служение. Поэтому для нас это необходимо. То есть майя в этом примере сравнивается с деревом, корни которого глубоко вросли в землю. И после того, как вы при помощи гьяны, которая сравнится с топором, срубите это дерево, вам необходимо избавиться от гьяны, от этого топора, чтобы погрузиться в служение. Если же вы этого не сделаете, вы возгордитесь, станете либо гьяни, либо майявади. Кто такой Бхагаван? Бхагавана нет. Я Бхагаван. Такое знание нам не нужно. Нам не нужно знание, которое заставит нас считать, что Бхагаван никчемен, которая будет преуменьшать величие Бхагавана. Сейчас я начну читать главу, где в деталях описывается волшебство, то есть магия саттва раджа-тамагуны. Два дня назад я говорил о том, что, предположим, вы что-то делаете, и тут один великий, и один возвышенный преданный делает то же самое. С внешней точки зрения вы выполняете одно и то же действие, но это не совсем так. В Гите Бхагаван приводит пример Джанакади Риши. Вы знаете этого Риши? Это Раджа Риши. То есть он был раджой, то есть царем, и в то же время был возвышенным мудрецом. Другие риши, другие мудрецы приходили учиться у него. Даже Шукадев Госвами Махарадж послал Шукадева Госвами к нему,
чтобы он проверил его, он проверил и утвердил его возвышенное положение. Ясадева думал, что меня начнут критиковать из-за того, что Шукадев мой сын, что я передал Бхагаватам именно ему, так как он мой сын. Поэтому он отправил его к Шукадеву, к Джанак Махараджу, поскольку Джанак Махарадж был нейтральной личностью, то есть не заинтересованный в этом. И он подтвердил возвышенное положение Шукадева Госвами. Бхагаван говорит, муни и риши не должны совершать какую бы то ни было, казалось бы, материальную деятельность, но они делают это для того, чтобы вовлечь служение живых существ, вовлечь служение людей. Арджуна, мне нечего делать во всех 14 мирах, но тем не менее я здесь. У меня нет никаких обязанностей перед этими мирами. У меня нет обязанностей, но я исполняю их, потому что если я не буду, люди начнут подражать мне. Обычные люди повторяют за лидерами общества. И предположим, если бы Джанак Махарадж ничего не делал, ему стали бы подражать обычные люди. Когда Джанак Махарадж давал пожертвование кому-то, видя его пример, другие также делали это. И с внешней точки зрения может показаться, что они осуществляют одно и то же действие, но это совершенно не так. Между ними огромная разница, потому что Джанак Махарадж считал, что сам по себе он ничего не делает, потому что он осознавал, что атма не является действующим, точно так же, как и тело. Он говорит, я лишь живу в теле, как очевидец всего, что совершает это тело. То есть очевидец просто наблюдает за происходящим, он не дает никаких советов, не так Джанакади Риши понимал, что хроническая болезнь дживы заключается в том, что оно считает себя действующим. Это в корне неправильно, потому что все осуществляет Бхагаван. Любую деятельность, причиной любой деятельности является Бхагаван. Допустим, два человека дерутся, один в раджагуне, другой в тамагуне. А Джанак Махарадж, так как он был царем, обладал то есть, когда возвышенная личность смотрит на них, видит их,
Он видит, просто видит, что видит столкновение раджа-гуны и тамагуны. То есть он не думает, что их надо остановить. Он понимает, что если даже попрошу их остановиться, они этого не сделают. Они все равно будут драться. Даже если я сейчас подойду к кому-то, к своим соседям, которые целыми днями напролет пьют чай и занимаются ерундой, они меня не послушают. Поэтому я даже не поднимаю свои глаза на них, я просто иду и занимаюсь своими делами. Что я могу поделать? Они как отбросы общества. Они видят меня постоянно. Наблюдают за мной постоянно, но их не вдохновляет это на баджан. Я думаю, что даже если Бхагаван предстанет перед ними, они не захотят совершать баджан. И сейчас мы строим центр для Харикатхи на Бенгале, для преданных на Бенгале. И я знаю, что мало кто этим будет, кто будет приходить, мало кто интересуется, но я знаю, что будут, найдутся те, кто придут, и я не смогу принять их в Гошале, и поэтому мы должны построить какое-то место, чтобы они могли прийти туда. То есть в чем разница между Джанаком Махараджем и обычной дживой? Она думает, что она совершает действие, а Джанака Махарадж осознает, что он ничего в этом мире не делает, он просто наблюдает за всем. Итак, цветок, который я могу по-настоящему предложить лотосным стопам Кришны, моя атма. Хотя на самом деле даже этого сказать я не могу, потому что этот цветок, то есть моя атма, берет свое начало в Кришне, то есть она принадлежит ему. То есть, представляете, даже атма не принадлежит нам. То есть люди, казалось бы, различаются, но на самом деле это просто вариации материальной природы. Она заставляет чувствовать нас молодыми, старыми, мужчиной или женщиной. Все это просто иллюзия материи, из-за которой мужчина привлекается женщиной, а женщина мужчиной, и живое существо начинает считать себя действующим, наслаждающимся. И Бхагаван Шри Кришна описывает это. Но кто на самом деле может наслаждаться в этом мире? Кто кем наслаждается? Пурурава, Урваши или Урваши Пуруравой? Мой к вам вопрос. Тело Пурурава материальное, точно так же, как тело Урваши. It is written that Bhagavan speaking, Satyam Rajas Tama Iti Guna Buddhir Na Chatmanaha. Arjun, Uddhav, actually Sato Rajas Tama Gun, all the magic spell going on,
It is not, Atma is not getting any influence, but in covered up condition. Guna buddher nacha atmanaha. It is just going to influence your fine body. Actually, they cannot touch your Atma. Udhav, they cannot touch your Atma. All buddhi intellect is going to influence your Будхи влияет на наш интеллект, то есть с тонким телом взаимодействует. И атма оно не касается. Shatyena anno tamo hanyat shatyam satye na chayvahi. Uddhav, you will have to adopt one technique. What is technique? Uddhav, ты должен усвоить одну одно искусство. You can never conquer this satrajata. So you can do first of all, you try to defeat tamagun with rajagun. Прежде всего, постарайся победить раджагу. Прежде всего, попытайся победить тамагуна. При помощи... А затем раджа. Точнее, тамагуна при помощи раджа-гуны. Тамагуна отвратительно. Но раджа-гуна получше. А сатва-гуна уже редка в материальном мире. Хоть она не так доступна, но она присутствует в каждом. Тот, у кого преобладает тамагуна, все равно обладает сатвагуной. Какой-то процент в нем присутствует. Точно так же, как и раджагуны. Но большая часть занимает тамагуна. В материальном мире нет места, где господствовала бы лишь одна сатва-гуна. Тут все смешано. Если есть сатва-гуна, то какая-то примесь раджа-гуны существует. They are not totally ignorant, they have knowledge, material knowledge. They can realize, but what to speak, they have falsehood. All Rajaguni people, they have knowledge, their brain they have. Most of the people, scientists, they all Rajaguni. Люди в Раджагуне обладают хорошими умственными способностями. Большинство ученых находится в Раджагуне, но они все-таки прибегают и к сатва-гуне. Именно она дает им прогресс в их деятельности. Итак, тама-гуна хуже всего. Раджа-гуна еще приемлемо. Общество на самом деле восхищается теми, кто достиг успеха в раджа-гуне, кто богат, успешен. Но со временем нам придется оставить раджа-гуну. Конечно же, лучше всего это сатва-гуна, потому что именно она дает знания, различные знания. Я не говорю сейчас о дивья-гьяне. Но все-таки мудрец, то есть те, кто по-настоящему разумные, по большей части находятся в сатва-гуне. That satogun is also dangerous.
Но сатвагуна также опасна. Когда у тебя удава разовьется сатвагуна, у тебя появится сильное желание жить спокойно. У кого? То есть это естественное стремление людей в сатвагуне. Но даже это желание является признаком обусловленности. Те, кто живут в сатвагуне, хотят быть счастливыми. Но это желание опасно. Так, удава, ты должен победить сатвагуну, превзойти ее, выйти из-под ее влияния. Да, сатвагуна не так плоха. Она может способствовать твоему продвижению, но в один момент тебе придется с ней расстаться. До определенного момента она будет помогать тебе. Но это еще не значит, что она навсегда должна остаться с тобой. Нет. При помощи сатвагуны ты должен будешь победить сатвагуну при помощи другого вида сатвагуны. Существует два вида. Первая сатвагуна. Способствует развитию знания, которое в действительности является причиной обусловленности. Другой вид сатвагуны, наоборот, помогает избавиться от материальных оков. И по-настоящему разумный человек, конечно же, стремится к осознанию абсолютной истины и освобождению от материальных оков. Поэтому, когда вы... достигнете сатвагуны, это не время расслабляться и наслаждаться жизнью. Вы должны двигаться дальше, потому что даже сатвагуна может быть опасна, поскольку она является своего рода оковами. Бхагаван говорит Удаве. Если кто-то достиг сатвагуны, но при этом стремится полностью избавиться от всякого осквернения, от всякой скверны. И охраняет свою жизнь от тама и раджа-гуны. Если он твердо решил не позволять раджа и тама-гуне касаться его жизни, Бхагаван говорит, предположим, какой-то грехастха спит зимой под теплым одеялом, а между тем приходит вор. В дом пробирается вор, а хозяин ничего не знает, потому что он спит, мирно спит. Вор обчищает весь дом и уходит. Если бы грехастха не спал, если бы этот хозяин не спал, то вор испугался бы и убежал, ничего не взяв. Then that case, thief can
Baba speaking, those who are very much interested to protect their Shatagun, very alert, then automatically Tama and Raja fly away, go away. То есть Бхагаван объясняет, что тот, кто охраняет себя от нападения сатва и раджагуны, ой, тама и раджагуны, они, он никогда не позволит им войти в его жизнь. Хотя сатва, тама и раджа, как воры, постоянно ищут способ прокрасться в вашу жизнь. Предположим, ваши соседи громко включают музыку или кричат, шумят. Вы со смирением переходите к ним и просите: «Пожалуйста, о, моя мама, проблемы с сердцем, выключите музыку потише». А они говорят: «Да пусть твоя мама умрет, у моей дочери день рождения». И сейчас раджагуна и тамагуна сражаются. Грехастха идет звонить в полицию, приезжают полицейские. То есть Майя-деви постоянно ищет тонкие места, через которые она может послать раджа и тамагуну. Она старается изо всех сил. И тогда, если ей удается сделать это, она очень довольна. Моя игра удалась. Если бы этот человек, который пришел просить сделать музыку потише, осознал, что его просьба не даст никаких результатов, он бы не вошел в соприкосновение с этими людьми и не осквернился бы. Мои соседи постоянно думают, как доставить мне беспокойство. Один молодой человек совершал служение в Гошале, я способствовал его образованию, помогал ему учиться, теперь он выучился и живет где-то отдельно и занимается чем-то, какой-то неблагоприятной деятельностью. И я очень тактично сделал заявление, написал объявление, что он давно не живет в моем месте, у меня. И Прабхупад дал мне, то есть дал мне разум. А то есть он до сих пор, суть в том, что он до сих пор живет, но мы живем отдельно, и
То есть, по сути, там мог бы образоваться скандал, то есть какой-то противостояние, но я смог этого избежать при помощи разума, который дал мне Прабхупад. Я очень мягко разрешал эту проблему. И благодаря этому мне не пришлось отвлекаться от своего баджана. Итак, несмотря на то, что все хотят, чтобы я пал, я должен с терпением относиться к этому, должен с терпением охранять себя от этого. Итак, завтра мы продолжим, будем говорить в деталях о том, как три гуны материальной природы заставляют нас делать то, что нам в действительности совершенно невыгодно. И не только в этой жизни. С незапамятных времен это происходит с нами. Нам кажется, что только в этой жизни, но это не так. Nidraya hriyate naktam bevaye na chavavayo divacha artheya rajan kutumb bharani nava vanchakalpadrushti ke basindve patitanang papana bhavishnam dukkirtan. We are not getting sufficient time to do kirtan. We should do, but what time? Do. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Hari Bol, Nitai Gaur Peman. Not that you can hear something, but you will have to apply in your own life. Нужно не просто слушать, но и применять в своей жизни. Нужно следовать. Тогда вы достигнете успеха в баджане. То, что я говорю, не является философией. Это то, что я осознал на протяжении своей жизни.
И точно так же вы должны принять это знание и следовать ему.